Минобороны Азербайджана заявила, что армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в различных направлениях. 19 августа с 17 часов 24 минут до 0 часов 25 минут 20 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Ханазах Гарийского района, Ашагы Загалы Басаркичарского района и Чинарлы Бердского района из стрелкового оружия периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Джагазур Лачинского района, Истису Кельбаджарского района и Исрик Джардахан Тавузского района. Кроме того, 20 августа с час 23 минуты незаконными армянскими вооруженными отрядами на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия позиции подразделений азербайджанской армии в районе населенного пункта Халфали города Шуша. Ответным огнем противник был подавлен. Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. В настоящее время обстановка на указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.